Уже через несколько дней школьники будут писать сочинения «Как я провел это лето», чтобы я написала о путешествиях по стране, о новых проектах, но они впереди, потому пока молчок, еще об одной встрече в ночи. Она произошла случайно. Мы ехали, соответственно, ночью по городу, увидели парня, рисующего на асфальте, остановились, поговорили и наговорили на небольшой сюжет интервью. Знакомьтесь, возможно, будущий большой мастер уличного визуального искусства. Каждый день выходите ночью и рисуете? Не только ночью. Ночью просто людей меньше, меньше. Не мешает. Вы приходите с задумкой уже сюда, с каким-то эскизом в голове или просто рождается? Просто на месте все. Класс. Родители знают, чем занимаетесь в это время? Да, но я сам живу. Угу. Ну, знают, но не всегда. Но меня вот как бы не знают. Они переживают, что полиция может придраться или да. Что-то, да? Как бы в основном так и бывает. Придралась полиция, как бы, даже когда вот я мелом типа рисовал. Ну, это как бы мел, это оно... Ну да, пойдет дождь, сольет все, да, наш отряд. Просто прет и рисуете? Да, я не могу это не делать, серьезно. Оно, короче, как... Находит волнами? Да, и прикол в том, что если я это не делаю, как бы я проживаю жизнь зря, если я это не делаю. Была работа, тоже перед школой, вот этой, которая здесь, и он Крянга, этим же мелом я написал свой стих размером, короче, в 300 квадратных метров. А вы прочитайте, что там за стих? Мой мир настолько сказочен, волшебен и изобилен, что он похож на сон. В один момент я стану ветром, пролетевшим в небе, или всевидящим владыкой, зашедшим на свой трон. Я чудо воплоти, поистине частица Бога, священный красочный цветок, что стал расти, преображаясь понемногу. Я свет и тьма, тепло и лютые морозы. Я эльф и маг, я музыка, что исполняет крыльями стрекозы. Я все везде и всюду, и ни начала, ни конца. Таким навеки буду. И от души благодарю Творца. Вот такой вот стишок. Классно. Реально классно. Так, ну-ка рассказывайте, что там нужно? Надо найти людей, короче, типа, как бы волонтеров, я не знаю, кто мне мог бы помочь вот в этом. Потому что недавно вот был такой случай, когда проходили прохожие, и да. Несколько из них помогут, вот типа я рисую контура, да? Да. Несколько из них просто заливают вот. Да-да-да, понятно. Вы контур, а вот здесь вот заливка просто да, нужна, да? Да. И я хочу найти вот, я не знаю, ну хотя бы человек 10-20, чтобы они мне помогли сделать реально масштаб. Давайте мел. Вот. Ну вот, считайте, я ваш первый волонтер, так, я так понимаю, вот оно, правильно, правильно. Вот. Так, сейчас мы, жинг-жинг. Левой рукой я не ахти как, но почти. Надо. Как вас найти могут те, кто хочет это сделать? У меня есть страница ВКонтакте Виталий Унгурянов. Виталий Унгурянов ВКонтакте. Ну, видите, вам парень кричит, браво. Есть уже поклонники. Ну, это же классно.